5-5, всем привет! Начинаем следующий влог, да? Салам алейкум. Малейкум ассалам. Так что мы как приехали, так и пойдем. Короче, я в спортивках, Коля в джинсах, но ничего. Я в моих спортивках. Пойдем прогуляемся, как и сказали, да, в ресторан. Ну, завтра уже я взяла с собой свою кожаную курточку, Коля тоже взяла. Ну и платьюшко, слушайте, насчет платья. Вот это я рекламу, да, Коля, сделала магазину за бесплатно. Сколько девочек заказали уже платья, да. Но сапоги, к сожалению, уже это, нету их в наличии. Ну как, там ни одна подписчица написала, что можно напрямую с сайтом Tamaris, да. Так что посмотрите. Ну а мы пойдем гулять, да. Да, пошлите. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите, да. Все, пойдем? Да. Пойдем. Ну и вот. Вот этот отель такой высокий. Шиша-бар. Пусто еще. Здесь какая-то скульптура. Но темно, ничего не видно. Переходить сейчас не будем. Ну что, куда пойдем? Туда, да? Обязательно нужно будет сходить в Кёльнер-дом. Достопримечательность Кёльна, самое главное. О, моя лампа почти стоит. Ой, смотрите, какой классный тепих. Боже, какая прелесть. Мохнатый, красиво смотрится. Вот это свечки. Красиво смотрится с красными свечами, такая красивая тут декорация, да? Так, зашли мы в итальянский ресторан, заказали кушать, ждем. Такой красивый, симпатичный ресторанчик. Так, нам принесли закусочку, булочки, на хлеб намазать. Так, у меня здесь паста с креветками, а у Коли с лаксом. Так что, будет аппетит. Вот
в таком ресторане были, очень советую. Очень нам понравилось, честно говоря. Было очень вкусно. Всем доброе утречко. Мы уже собрались. Коля вот тоже курточку уже доброе утро. Одевает. Пойдем завтрак искать, да, потому что в этом отеле его, ну, нету завтрака. Здесь такой, знаете, он маленький. Ну, как раз, да, переночевать, вот так, как я вам вчера и показывала. Кровать очень удобная была, подушки такие прям, ну, классно, нормально. Ну, шумно было немножко, все-таки это улица центральная. Хорошо, что мы на 6-м этаже. Если мы где-то бы внизу были, то все. Да. Да? То все. То все. Мы были бы внизу. Пиши пропало, называется. Так что пойдем сейчас в какой-нибудь бекерай, да, ну, булочную, или как ее сказать. Пойдем кофе пить. Я без кофе не могу, здесь только чай. Мы взяли с собой так, ну, травяной такой чай, этот ромашка, а... Не стали кофе брать, все равно пойдем сейчас, да, позавтракаем где-нибудь, о, а потом посмотрим. Меня там тоже видать? О, ну, конечно. Я стою на тебя, смотрю. Да, тебя тоже видно. Я собралась, короче, одела. Сначала я взяла с собой тоже куртку кожаную, и такую Коля тоже тонкую взял. Ну, чуть выше меня. Наверное, то, что это сапоги повыше. На платформе. Нет, у меня узкая, низкая. Короче, посмотрим, как там погода. Ну, вроде бы, как сейчас 10 градусов, днем там 12. Ну, вчера вообще классно так погуляли, да? Мы, наверное, в 10 пришли. Тепло было вообще. Прикольно. Прикольно, ну. Так что пойдем. Пойдемте с нами завтракать. Посмотрим, чем мы будем сегодня питаться. И стали вчера. Да. И этот, в ресторан итальянский вообще понравился. Класс. Народу, кстати, там вообще не было, да? Сидели только две пары. И все. А так понравилось вот это вот особенно. Ну, у меня было с креветками, у тебя с этим, с лаксом. Вкусно было, очень готовят. Да, такие доброжелательные все. Ну ладно, пойдем. А то уже правда. Кофе хочется. Я же говорю, я без кофе никак. Трындю, трындю стою. Ладно, пойдем. Выключила? Нет, нет. Я хотела показать здесь. Видите, оказывается, лифт какой Шумахер. Вчера тоже. Стоим, так удивились, название прикольное. Здесь такие улицы грязные с утра. Вчера погуляли, видать, здесь хорошо. Такой дождик мелкий-мелкий моросит. Зонтик с собой не взяли. Деревья какие здесь высокие. Ну, зашли в такую бакерайку.
Народу мало здесь. Интересно. Внутри мало. Внутри мало, да. Снаружи мы еще в очереди стоят. Ну, взяли. Тут у меня такой апельштрудель попробовать. Такое не пробовала. У Коли карамельные круассаны. Ну и кофе. Булочки что-то не захотелось брать, такие, которые там есть с сыром, всякие разные. Попробуем, потому что такое не пробовала. Так что приятного нам аппетита. Спасибо. Все, мы уже позавтракали. Вышли дальше гулять. Тишина, людей нету. Туманное утро. Видно, вон там немножко туман. Здесь Кезе Хаус. Сыры всякие разные. Накрытые полотенцем. Хороший сыр. Долго должен отлеживаться на полочке. Но я не люблю вот эти вот сильные такие твердые сорта, так скажем. Кафе де Парис есть здесь тоже. Какая мода? Это мода, наверное, каких? 60-х? 70-х? Клёш сейчас тоже в моду возвращается. Ну, мы так понимаем, это сеть такая, да, в Кёльне этих, ну как, булочных, бекерай. Мы вот в одном из них уже позавтракали. А? Кафе Хозе. Да. Ну, вкусно так, в принципе. Апфельштрудель этот вкусный был, я такой у нас не пробовала. Все равно в каждом городе, да, какие-то свои специалитеты. Где мы идем, везде это реклама колготок. Я Коле говорю, купи жене колготки. Сейчас реклама. Везде, где мы идем, Кальцедония реклама. Скоро будет реклама, слышь, Коля, купи жене колготки.